В Люберцах состоялась акция «Покорми птиц зимой». Это ежегодный экологический проект, который проходит во всех парках городского округа. На этот раз заботу о пернатых проявили на Малаховском озере. Подробности у Луизы Егиазарян. Устроили праздник не только птицам, но и всем посетителям парка. С музыкой, танцами, горячим чаем и угощениями. Но главная миссия этой встречи – повесить на деревья кормушки. Свою лепту в сохранение природы внес и 4-летний Максим. Эту прогулку по парку мальчик точно запомнит. Большое спасибо за такое настроение хорошее и за такую замечательную акцию. И ребенок очень захотел тоже поучаствовать, повесить кормушку. И теперь мы будем ходить и каждый раз брать с собой что-то, чтобы угостить птичек. Впервые областная экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в 2018 году. Тогда городской округ Люберцы занял первое место в регионе по количеству установленных кормушек. В этом году акция пройдет во всех парках муниципалитета. На данный момент уже акция прошла в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах. Сегодня мы проводим акцию Малаховки в парке Малаховское озеро. Также будет проведена эта акция в парке сказок Томилина, в Наташинском парке, в Летнем парке. Повесим кормушки, скворечники, и люди будут подкармливать птиц. Ну и также наши сотрудники будут обеспечивать кормовой базой. К экологической акции присоединился и глава округа Владимир Ужицкий. Вместе с жителями Малаховки он установил кормушки на территории обустроенного парка, а заодно и рассказал о дальнейших планах по благоустройству Малаховского озера. И задача в этом году завершить вот эту тропиночную сеть до Удельной, а там сделать мостик, и будет круговое движение. И на велосипеде, и пешочком. Кроме обустройства пешеходно-тропиночной сети, в парке установят и дополнительное освещение, лавочки, урны, камеры видеонаблюдения и многофункциональные площадки. Также в этом году запланировано благоустройство пляжной зоны. На этом третий этап реконструкции Малаховского озера будет завершен. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.